быстренький говорит 12-й. Ну вот, мы не можем понять, суббота это выходной день или нет. 7-3-7-3-9-4-8. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, да, мы слушаем вас. Выключите радио, пожалуйста. Сейчас выключу. Вот так вот. Да. Значит, у меня такой вопрос. Я каждый год езжу на машине в Грузию, проезжаю через Кабардино-Болгарию, Осетию, мимо славного города Нальчик. В этом году мне пришли штрафы, я, честно говоря, особо первоначально не посмотрела, оплатила, а потом стала разбираться. Я сказала, что один штраф, ну, 500 рублей превышение скорости. Мне был выписан 15 июля, в то время как 17.34, 14 июля я покинула территорию Российской Федерации. То есть этот штраф был просто приписан. Понятно, что за 500 рублей я в Нальчик не поеду, но вот такой вопрос. В принципе, как такого рода ситуацию можно рассматривать, потому что я поговорила с ребятами на автофоруме, на Drom.ru, оказывается, это не единичный случай. Алло? Алло? Привет. Да, ну за рулем, ну ничего. Я, слушай, этот тесть приехал. Ничего, если он завтра будет. Надо на пару. Мама Иры.